Так начинается наша схватка. Артем Габаев, победитель первенства России в Каспийске, буквально позавчера ставший чемпионом в этой весовой категории, сегодня будет противостоять Ахмеду Идрисову, победителю молодежного первенства мира и Европы. И встреча обслуживает судейская бригада Салтан Засеев, судья международной категории арбитр Абдулаев Адиль и боковой арбитр Якут Чака Владимир. С разведки пока начинают оба борца. Попытка прохода в ноги в исполнении Идрисова неудачна. Хорошо.